Всем привет, с тобой Юлия Парышева и обновленная Шаурма ТВ. Тебя ждут новые рубрики и непременно позитивные эмоции. Ведь, как говорил Бенедикт Спиноза, если вы хотите, чтобы жизнь вам улыбалась, подарите ей сначала хорошее настроение. В Лондоне открылась выставка селфи. Основным толчком для создания выставки послужил вопрос: селфи – это предмет искусства или забава для самовлюбленных бездельников? Художники, которые работают в этом жанре, утверждают, самое важное здесь – найти правильный момент. А какие приложения украсят этот момент, узнаем от Александра Фирсова. Hello, народ, с вами Александр, и это рубрика Upgrade. Эпидемия селфи до сих пор продолжается. Что это? Массовый психоз? Или начало чего-то невероятного. Однако уже вне тренда фотографироваться за рулем с котиками или сидя в какой-нибудь кафешке. Вот уже несколько месяцев Инстаграм и Твиттер просто разрываются от девушек, которые выкладывают сотни фотографий с мордашками собачек, коровок, енотиков и прочего пушистого зверья. Звучит странно, а выглядит не менее, поверьте. Первым приложением, которое открыло парад таких фотографий, стал старый добрый Snapchat. Счетчик скачивания одного лишь Play Market на данный момент перевалил за 500 миллионов. То есть каждый 14-й житель нашей планеты является пользователем Снэпа. Ой-ой-ой, вот эта статистика, да? Даже микроблогинговый Twitter, появившийся в 2000 лохматом году, может похвастаться лишь 150 миллионами пользователей. Перейдем к функционалу, с которым разобраться для меня оказалось непросто. Не понимаю! Можно без них? Почему так сложно? Не сложно. А очень сложно. Увы, признаю, я глупее большинства пользователей этой адской программы. Спасибо добрым людям, которые поведали мне, что здесь можно делать фото и видео, которые потом загружаются в отдельный раздел приложения, откуда уже его можно легко скачать и поделиться в других социальных сетях. Да-да-да-да, как все лагает. К сожалению, как видите, все безбожно лагает на моем устройстве. Даже 2 гигабайта оперативки оказались недостаточными для функционирования приложений на Android-фоне. Но фоточки сделать у меня получилось, смотрите сами. Перейдем к следующему приложению, которое может похвастаться похожим интерфейсом. Это Маскарад. Здесь хотя бы не стали выдумывать название. 10 миллионов активных пользователей по версии Play Market не поднимают его в топ, зато функционал гораздо приятнее, во всяком случае для меня. Да, здесь нет столь любимой всеми девочками собачки с языком, зато каждый может почувствовать себя Гагариным. Собственно говоря, существует распространенное мнение, что Маскарад — более мужская версия Снэпчата. Проявляется это во всем. Во-первых, маски на фото по-настоящему мужественные. Ой, нет, не совсем. Вот так лучше. Во-вторых, приложение простое и надежное, как АК-47. Не надо путать с рэперами из ЕКБ. В-третьих, более стабильная работа на устройствах с меньшим запасом оперативной памяти. Сомневаюсь, конечно, что большинство девушек ставит данный пункт ключевым при выборе новенького смартфона, но так уж получается. И сегодня у меня в гостях активная пользовательница Снэпчата, Маскарада и Инстаграма. Давайте же узнаем, что движет ей при выборе данных программ. И сегодня в гостях типичная пользовательница Снэпчата, Инстаграма, Снапстер и прочих мобильных фоторедакторов Катя Басаргина. Привет, Кать! Привет! Расскажи вообще, как дела? Готова ли ты сегодня со мной пообщаться и поделиться своим мнением? Да, Саш, готова, давай. Ну что, первый тебе вопрос. Расскажи вообще, что движет тобой при выборе Снэпчата как мощного фоторедактора? Знаешь, Снэпчат сейчас очень популярный среди молодежи. И, то есть... И там такие прикольные эффекты, которые накладываются на тебя. Это собачка, вот эта вот, которая лижет экран. Но когда времени как бы вообще навалом, и тебе делать нечего, и ты заходишь в Snapchat и просто веселишься. Там есть эти собачки, которые лижет экран. Потом вот эти вот зайки, которые такое, ну, милое лицо становится. Там есть даже такие фоторедакторы, которые в жизни ты, допустим, такой некрасивый, да, а вот фоторедактор вот этот вот накладываешь, и ты прям преображаешься. Я так понимаю, девушек... тебе близка тема того, что в жизни ты некрасивый, да, и тебе надо использовать постоянно эти фильтры. Да. Расскажи вообще, какой твой любимый эффект в Снэпчате? Любимый эффект? Знаешь, был такой эффект, который... Там глаза так блестят, и сверху такая вот золотая, как бы, ободок такой, что ли, и там такие вот... блестки, и ты там еще лицо такое делается вообще классно. Так красиво сразу становишься. Ну и собачка тоже. Собачка — это просто стандарт. Вот расскажи мне, а ты любишь публиковать фото из Снэпчата в сторис или все-таки заливаешь свой аккаунт? Знаешь, я фотографирую для себя в первую очередь. И если мой парень одобрит, то тогда я могу выложить либо в историю, либо в ленту. Но в ленте у меня только одна фотография.
А расскажи мне, вот учась в Казанском федеральном университете, я знаю, что ты только в этом году поступила, но все-таки наверняка у тебя уже есть какие-то любимые места для селфи в студенческом городке Казанского федерального. Можешь с нами поделиться? Да, могу. Это Сковородка. То есть он только и Сковородка. Да, потом у нас жалко то, что пар нету в главном здании, то есть там такая атмосфера, то есть как бы старое такое здание, да, уже там учили сколько поколений наших. То есть хотелось бы там тоже какие-нибудь фотографии сделать. Ну что, спасибо большое за такую увлекательную беседу. Я предлагаю напоследок все-таки нам с тобой сделать фотографию в Snapchat и выложить ее в Instagram. Давай, давай, давай. И получить много-много лайков. Я надеюсь, что это получится. Что же, скачивать Snapchat, Маскарад или просто активно юзать фильтр в Инстаграме, каждый решает сам для себя. Моя задача лишь рассказать вам о том, что оба эти приложения имеют место быть. Читать не вредно, вредно не читать. Прямо сейчас с Ириной Королевой узнаем, какие книги стоят потраченного нами времени. Всем привет! Часто можно услышать, что в России много необразованных и вообще мало интересуются книгами. Но последние новости говорят совсем об обратном. Как стало известно, Россия наряду с Китаем и Испанией вошла в тройку самых читающих стран мира, а именно заняла вторую позицию. И сегодня мне бы хотелось подтвердить, что вторая позиция по праву наша. У нас в гостях выпускница Казанского федерального с явными пристрастиями к литературе и просто творческий человек Диана Латышева. Привет, Диана! Привет, Ирина! Как ты думаешь, Россия по праву заняла вторую позицию или это все-таки какая-то ошибка? На самом деле я очень удивлена, что у нас такое огромное количество читающих людей. Я думаю, здесь вопрос заключается в качестве литературы, потому что нельзя считать контент социальных сетей и развлекательные статьи достойным чтением. Но если на самом деле у нас в стране очень много людей, которые любят классику, бестселлеры и другую литературу, в таком случае я очень за это рада. Какая твоя самая любимая книга и что тебя в ней зацепило? Самая моя любимая книга – это роман Дэниела Киза «Таинственная история Билли Миллигана». Мне больше всего зацепило именно тот момент, что это биографический роман, то есть это не художественная литература. И поэтому в основе данного произведения лежит история Билли Миллигана, в котором уживалось 24 личности. Хотелось бы еще узнать, какую книгу ты прочитала последней? Последняя книга, наверное, была «Искупление». Это роман Иэна Макьюэна. Написано им в 2001 году. Это очень интересное произведение о тяжести выбора писателя, о любви и о испытаниях, которые проходят люди. А также самая главная идея – это искупление, то есть человек, в данном случае это персонаж Брайани Талис, которая должна искупить свою вину за содеянное перед своей сестрой и ее возлюбленным. Ты сама пишешь стихи. Да. Очень замечательное занятие, на мой взгляд. И расскажи, пожалуйста, историю своего творчества. С чего у тебя все началось? Наверное, стихи я начала писать уже в 13 лет. До этого у меня были детские попытки составления стихов, но они, понятное дело, ни к чему не приводили. Это просто был такой детский лепет. Но уже к 13 годам во мне формируется именно желание писать, то есть выражать свои эмоции, свои мысли, чувства на конкретно на бумаге, хотя на самом деле стихи свои пишу всегда на электронных носителях. А какая основная тематика твоих стихов и, может, есть основные какие-то фишечки твоего почерка? В большинстве случаев я пишу именно на любовную лирику. И, наверное, отдельный пласт составляет стихи, которые посвящены Великой Отечественной войне. То есть это, как правило, монологи солдат, которые погибают на фронте и обращаются к своим возлюбленным. И, наверное, вот здесь как раз пересекается момент фишки. Многие люди постоянно меня спрашивают, почему я пишу от мужского лица. То есть, действительно, все мои стихи, они как будто бы написаны мужчиной по именно обращениям, тем более потому, что они обращаются именно к женщинам. Но, наверное, я думаю, это связано с тем, что мне кажется, мужские стихи, именно мужское написание, оно куда больше цепляет, чем женское. И напоследок, чтобы закончить на такой красивой ноте, мне бы хотелось попросить тебя прочитать что-нибудь из своего. Ну, сейчас уже весна, и, мне кажется, у многих открывается сердце для любви, поэтому я прочту любовный стих, но, как я тебе говорила, стихи у меня часто бывают драматичными, и поэтому они могут быть немного грустными. Хорошо, да. Мне без тебя, знаешь, небо не звездное, осень без примеси солнца и дня. Прикажешь, уеду я первым же поездом, прикажешь, останусь, безмолвно любя. Мне без тебя давит сумраком улицы, я задыхаюсь в ноябрьской мгле. Если кошмарные сны мои сбудутся, я за тебя сгину в адском огне. Мне без тебя нет покоя и радости. Всюду мерещится горечь и боль.
Прикажешь, любить тебя буду до старости. Прикажешь, расстанусь навеки с тобой. Мне без тебя омерзительны певчие птицы на ветках озябших рябин. Если тебе без меня будет легче, я сгину в декабрьских буднях льдин. Мне без тебя остается лишь прошлое, знойное лето в обломках любви, память, что кутается шалью поношенной, вобравшей в себя наши светлые дни. Это на самом деле было очень здорово, и мы желаем тебе только успехов и процветания, и большое спасибо, что пришла сегодня к нам в гости. А на этом у меня все. Читайте, друзья, и расслабляйтесь. Как говорил горячо мною любимый Оскар Вальд, цель жизни – саморазвитие, выразить во всей полноте свою сущность. Вот для чего всякий из нас призван в этот мир. Марина Журавлева сейчас расскажет, где же нам помогут в этом нелегком деле. Всем привет, с вами Skills Update, и сегодня я вам расскажу о самых интересных мероприятиях и мастер-классах в Казани. В эти дни в Казани прошла выставка собак в Казанской ярмарке. Каждый желающий мог прийти посмотреть на соревнования братьев наших меньших, а также забрать с собой четвероногого друга домой. 1 и 2 апреля в Казани прошла выставка-ярмарка «Ремесленники Поволжья». Авторские украшения и аксессуары, куклы, предметы интерьера, мыло, косметика, парфюмерия, изделия из камня и кожи и многие другие интересные предметы ручной работы посетители смогли найти на выставке. 28 марта в КФУ прошел мастер-класс от Айгуль Мирзаяновой на тему «Хороший пиар пиаром не назовут», на котором были рассмотрены актуальные вопросы пиар-индустрии. Посещение мастер-класса было открыто для всех студентов и преподавателей. 8 апреля в Казани пройдет чемпионат по СУЕФА. Участником соревнования может стать любой желающий, который знает и любит эту игру – камень, ножницы, бумага. Чемпионат пройдет в несколько этапов, победитель которого получит денежный приз в размере 20 тысяч рублей. Мероприятие состоится в ФАН-24. Рекорд Store Day – международный праздник, посвященный музыкальной индустрии и отмечаемый ежегодно в третью субботу апреля. Именно в честь этого праздника в Rockstar Bar пройдет музыкальная ярмарка. Организаторы приглашают на этот праздник представителей музыкальных магазинов, коллекционеров и просто меломанов-любителей. Участие как для продавцов, так и для покупателей абсолютно бесплатное. С 20 по 23 апреля в Казани пройдет Russian PR Week – мероприятие, объединяющее специалистов, спикеров, студентов и всех, кто интересуется сферой пиар. Russian PR Week будет проходить в Институте управления, экономики и финансов Казанского федерального университета. А вы знали, как появилась традиция праздновать 1 апреля в России? А я сейчас расскажу. Первым, кто начал отмечать подобные мероприятия, были придворные иностранцы. Петру Первому пришлась по душе такая традиция. Более того, он сам старался каждый год придумать что-то забавное. А какие праздники еще есть и как они появились, сейчас и узнаем. Всем привет, с вами рубрика «Празднуем вместе». Всем известно о всемирных праздниках, такие как Новый год, 23 февраля, 9 мая, которые все мы так ждем и отмечаем с большим размахом. Праздников так много, и отмечать их можно каждый день. Ведь что ни день, то новый повод поздравить человека. Мы постараемся коротко рассказать вам о праздниках, которые ожидаются на этой неделе. Возможно, о многих из них вы даже и не подозревали. В студии Лера Газизова и Елена Гарифьянова. Интересный факт. 30 сентября 2009 года праздник Навруз был включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. С этого времени 21 марта объявлен как Международный день Навруз. Ну а что из себя представляет этот праздник, нам расскажет Руфат Мехтизаде, активист Молодежной ассамблеи народов Татарстана. Здравствуй, Руфат. Расскажи, пожалуйста, поподробнее об этом празднике, о истории его зарождения. Думаю, нам всем будет очень интересно узнать об этом. Здравствуйте! Праздник Новруз – это прежде всего как праздник весны, праздник пробуждения природы. Своими корнями Новруз уходит в глубокую древность, то есть история Новруза насчитывает более 2500 лет. В переводе с персидского языка Новруз переводится как «новый день». Тюрки отмечали по календарю созвездия, которые изображали животные. А этот календарь пришел к нам из 220 года до нашей эры от азиатских гун. Ну а зороастрийцы отмечали этот день как победа Ахимазды над Ахриманом.
Ну вот в Азербайджане и также в других регионах, странах отмечается Новруз 21 марта. То есть это день, получается, весеннего равноденствия. Начнем с праздничного стола. То есть на праздничном столе присутствует 7 элементов, которые характерны для праздника Новруз. Праздник, пришедший к нам из Средней Азии, в Татарстане отмечается относительно недавно. Но уже сейчас в Казани народные гуляния проходят с большим размахом. А вот как в Татарстане у нас празднуется этот праздник? Какие здесь традиции и обычаи присутствуют? В Татарстане праздник Навруз характеризуется прежде всего как праздник согласия и дружбы народов. Но в этот день праздника принято ходить в гости друг к другу, там угощать различными сладостями. Вот здесь, например, характерно, чтобы на столе была лепешка из пшеницы, из ячменя. Ежегодно здесь праздник Навруз проводится на республиканском уровне. Ну, например, в этом году празднуем 25 марта в Казанском ипподроме. Ну, тоже дружба народов, собрались все нации, которые отмечают Новруз. Была концертная программа, там представление своей национальной кухни, кто как празднует, рассказывали про обычаи, про традиции. Ну и, собственно, отмечается хорошо. Спасибо, Руфат, что рассказал нам столько всего интересного про праздник Навруз. Был очень рад. Вам спасибо. В этой жизни купить можно практически все, но не здоровье. Именно его врачи призывают беречь с молодых лет. Всемирная организация здравоохранения была создана 7 апреля 1948 году. Этот день принято считать Международным днем здоровья. Каждый год Всемирный день здоровья посвящается глобальным проблемам, стоящим перед здравоохранением планеты. Это праздник, когда жители всей планеты уделяют внимание таким важным понятиям, как долголетие и хорошее качество жизни. 12 апреля 1961 год. Этот день навсегда вошел в историю человечества. Весенним утром мощный ракетоноситель вывела на орбиту первый в истории космический корабль «Восток» с первым космонавтом Земли Юрием Гагариным. За целый час 48 минут Юрий Гагарин облетел весь земной шар и благополучно приземлился в окрестности деревни Смеловки Терновского района Саратовской области. В честь праздника во многих регионах страны проходят всевозможные мероприятия. Например, в прошлом году в Казани активисты молодежных движений пригласили желающих запустить ракету из воздушных шаров. Ребята прикрепили к ракете записки, в которых написали свои пожелания на будущее. Всемирный день рок-н-ролла – праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни. Праздник отмечают ежегодно 13 апреля. Он возник с целью почитания рок-н-ролла, его деятелей и поклонников. В этот день любители стиля обмениваются атрибутикой и раритетными пластинками, а данная дата связана с записью в 1954 году песни «Rock Around the Clock». Композиция получила высокую известность за пределами США и способствовала популяризации жанра. 15 апреля состоится Международный день культуры. Культура выражает стремление к познанию прекрасного, идеалам и к самосовершенствованию. Изучать ее, помнить о ней и оберегать ее необходимо постоянно. Для того, чтобы еще раз подчеркнуть важность всех сфер деятельности культурного мира, был учрежден специальный праздник Международный день культуры, который отмечается во многих странах мира. Также он отмечается и в Казани. В том году мероприятие, уже по сложившейся в течение нескольких лет традиции, прошло в Республиканской юношеской библиотеке. На этом у нас все. В следующий раз мы познакомим вас с новыми праздниками. Не пропустите. А на этом мы с вами прощаемся. Спасибо, что были с нами. Дарите этому миру больше позитивных эмоций. И помните, выход есть из любых трудных ситуаций. Пока-пока!